Спустя месяц после начала купального сезона в Орле закрыли сразу оба пляжа. С сегодняшнего дня окунаться нельзя ни в районе горпарка, ни на озере «Светлая жизнь». Связано это с превышением в Оке и «Светлой жизни» микробиологических норм. Причем превышение это шестикратное. Завтра на пляжах установят знаки, запрещающие купание. Вдоль берега начнут курсировать водные патрули. Столь радикальные меры связаны со вспышкой менингита в соседней Липецкой области. Орловские водоемы также проверят на энтеровирус.